официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России в столице задержаны участники этнической организованной преступной группы. Трое граждан Кыргызской республики и гражданка России подозреваются в похищении 25-летней уроженки Кыргызстана. Заложницу удерживали в одной из квартир на территории юго-восточного округа столицы. За ее освобождение требовали выкуп в размере 300 тысяч рублей. В случае отказа жертве угрожали физической расправой. По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по статьям похищения человека и вымогательства. Похищенная освобождена, ей оказана необходимая медицинская помощь. Ведется расследование.